зрение. Инспектор Нефигенов, лейтенант полиции. Да. По какому поводу к нам подошли? На каком основании? Ага. Утигенов, Урас и Сенула. А, тендаптером. Директор... Не, не все вопросы, да. А у бизнес-джума мы не обязаны перед вами отчитываться. Снимаем все. Снимаете? Чего да. снимаете? Закон мы нарушаем какой-нибудь? Нет, я вам не говорю. Ну все, тогда езжайте с твоим делом. Не мешайте работать. Будьте любезны, да. Маску оденьте. А? Маску оденьте. Ну вы же ко мне сами подошли так близко. Если на что было, да? Вухпан. Вухпан? Я. Yeah. Не вухпан сейчас. Жок, просто я не люблю, когда полиция ко мне подходит просто так без дела. Я не нарушаю. Что делаете? Ну, закон я нарушаю? Нет, есть видимые признаки нарушения закона с моей стороны. Что я что-то там нарушаю частный порядок, перехожу улицу в неположенном месте, кого-то нет. пытаюсь ограбить, ну, ничего избить. Не ничего не нарушаю. Зачем тогда ко мне подходите? Смотрите, по левому берегу здесь охраняемый, есть объект охраняемый. Есть я знаю, и наш дрон, он не полетит туда. При всем желании. Я это спрашиваю. Что он не полетит туда. ЛРТ снимайте, ничего снимайте. ЛРТ снимаем. ЛРТ снимаете? Да. Дома работаете вы? А? И там работаете? Нет, я журналист. А журналист? Конечно. Какой эфир, какой канал? Я вам не обязан отчитываться, хорошо? Вот когда буду нарушать закон, тогда я буду отчитываться. А так, извините, вы сейчас нарушаете статью 158 Республики Казахстан, Уголовный кодекс Республики Казахстан. Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Салам алейкум, да. Чего? Есть 158 статья Уголовного кодекса Республики Казахстан. Знаете такую статью? И? Процитировать о чем, можете? О чем воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста должностным если, лицом если с использованием служебного положения. У вас должен быть жилет, либо... Нет, ничего такого не должно быть. Я не нарушаю... Я не... Ну, да... откуда знаю, вы журналист или не журналист? А вам и не надо подходить ко мне и спрашивать меня, я журналист. Дальше есть? А? Дрон, собственно. Не понял. Дальше есть у вас дрон? А для этого не нужно разрешение? Почему разрешение должно быть у вас? Покажите для мне чего? Документ. Какой покажите силе? Закон, какой где написано, силе? Что я должен какой иметь разрешение. Там сейчас дрон запускаете? Стоп, а я не обязан перед вами отчитываться. Представьтесь, пожалуйста, для начала, кто я вы такой? Представлю. Нет, пока, не, не, вы представьтесь, покажите свое удостоверение, развернутое видео. Балтабай, Дулат, Маратулы. Все, Балтабай, Маратулы. Пожалуйста, Дулат, сейчас Маратулы. Дулат, Маратулы. Садитесь в свою служебную машину. Нам передают. Да, а и что им нужно? Управление, то, что вы вот центр оперативного управления, скажите да? им, что мы подъехали, стоят два человека, закон не нарушают, у нас нет оснований к ним подходить. У вас разрешение должен быть. Где, в каком законе об этом написано? Я же вам говорю, вот нам передали, что... Закон, вот, закон, покажите мне закон. Смотрите, вы сперва ваши данные покажите. Не-не-не, я не обязан пока что отчитываться. Закон, покажите. Есть у меня все, не беспокойтесь. Вы мне сначала покажете закон. Нет, не дам. Сначала показывайте закон. Имени закона вас требуем. Можно ваше выяснение? На каком законе? На основании какого закона вас? Для выяснения личности. Для выяснения личности, да? Кто вы? Вы закону подчиняетесь? Закону подчиняюсь. Вы же мне не можете назвать, какой закон именно? Что для выяснения личности такой передачи. Не-не, у вас должен быть, вы должны мне сказать, Лукпан, на основании такого-то закона я имею право. Мы нас направили вас проверить. Вы кто, для чего снимаете? Вот тот, кто направил, у них спросите, нет, ребята, на основании какого закона я должен у вас... Нет, зачем это он? Я должен проверить, кто вы, для чем занимаетесь, для чего дрон запускаете? Для чего я дрон запускаю, я вам говорить не буду, не обязан. А, стоп, это же здесь у меня. Секундочку. Чего вы дрожите, нормально ты не боитесь? Ну, да я не боюсь, вы что думаете, я вас боюсь, что ли? Вы будете меня бояться, поверьте мне. Чего дрожите, дрожите? Я не буду, вот. Передайте, пожалуйста. Только вы, как... вы же мне не даете свое удостоверение на руки, правильно? Нет, это же уже удостоверение. Вы же, ну, раз, а это мое. Уже... Вот, пожалуйста. Здесь выдано, посмотрите сзади. Сзади. МВД, Республика Казахстан. Ну, ну, вы передаете. Конечно, не передам, но это... мало ли чего вы от меня хотите. Может, вы сейчас заберете удостоверение личности, потом буду ходить. Зачем нас забрать? Дайте ваше удостоверение личности. Передам сейчас обратно вам на руку. Нет, я полиции не верю, без обид. Нет, зачитывайте туда. Передайте. Зачитывайте, пожалуйста. Вот я держу свое удостоверение личности. Продиктую свое имя, если надо. И диктуйте им. Сейчас, минутку. Не запишу там. Просто меня вот бесит, когда полиция просто так подходит. Вот вы даже не, свои законы не читаете, не чтите, уважайте, не уважайте. Зачем? Повремените сейчас минутку. Закон не можете назвать, на основании чего вы ко мне подходите. Вот когда вы начнете читать закон и уважать его, тогда базар нет, я буду вам подчиняться. А так, извините меня, нет. Незаконным требованиям полиции я не подчиняюсь. Нет, и нам вызвали сюда. Блин. А? Блин. А чем машина есть? Вот он. 0 без?
301. Мы сами по себе снимаем просто. Что кино проблема? Снимать или что? Да и не без предварительной отчетности. Просто снимай видео, да? Трудно ответить. Просто снимаю и все. Мне нужно. Чего снимаете? Видео снимаю. Ну, в чем проблема? Ну, а зачем вы спрашиваете? Я что, закон нарушил? Он нарушил какой-нибудь закон? Нет. Поверьте мне, вы же не знаете, как работает дрон. Все дроны в своей прошивке имеют места, где им летать запрещено. Ты там хоть тресни, он не взлетит там, при всем желании. Он летает только там, где можно. Ну, сначала выучите матчасть, потом подходите и спрашивайте, чего вы, блин, как маленькие дети. А, прибежали, начальство дал приказ. А что начальство приказал? Хер его знает. А может начальство тебе приказы приказывает сейчас выполнять преступный какой-нибудь приказ? Ты же не знаешь об этом? Нет, в рамках закона будем работать. Ну вот, в рамках закона тогда садись в машину и езжайте. Нет. Если мы с ним... Лохпан. Не указывайте, пожалуйста. Я буду указывать. Я налогоплательщик, я ваш работодатель. Мы тоже налогоплатим. Вы получаете зарплату? Нет, я с ваших налогов зарплат не получаю. Нет, налоги. А вы с моих налогов зарплат получаете? Я ваш работодатель, если что. Сол, вахта бы скидрватов сидерн, хаупсиздер. Это не то, что ради нас хаупсиздекшн. Вы это делаете, потому что ваш начальник приказал вам и не объяснил, что нужно делать. Вы за это время теряете, а не из-за того, что я вам там мешаю. Дрон сколько там? Чего? Грамма. Причем здесь какие-то граммы? Не взвешивал я его. Вы же да. Знаете, нужно знать вас. Все, ладно, начальство, передайте от меня привет. Мы не передаем, мы сейчас доставляем вас. Отделение полиции согласно. Задерживайте меня? Да, 563-й, у вас должен быть разрешение. На что? На что, что дроны запускать. На основании чего же? Что? На основании какого документа? Для разбирательства пройдемте управление полиции.